Я вас приветствую, с вами, ребят, Ктоха, 22-я ферма, обзор на конверт комбайна Дон 680. В авторах записан Шнурок и PS19 Ман. У нас вот такой, писали в комментариях, у него кривожатки цепляются, но вроде ничего, есть ошибки в логе. Ну, это, ребят, конверт, что вы хотите, идеальных модов без ошибок не бывает. Кто-то есть, ну вроде как игра не рвается, вроде видно. Так, у нас им идет еще 3 жатки, 5-метровая, 3-10, 4-метровая для... Они красятся, там эти надписи выбираются. Правда, только 2 цвета, и комбайн так само 2 цвета красится. Колпаки красятся в 3 цвета, желтый, красный и зеленый. Это у нас вот такой идет по дефолту он. Тут в салоне ничего живого нету. Только вот... показывает у нас скорость, ну почему-то написано 20 у него скорость, а у него написано, а он 35 бегает, даже странно, свет у него горит, есть, салон не горит, анимация присутствует, все механизмы вроде присутствуют, все крутится, все вертится, работа есть. Так, плюс у нас еще есть такая фишка, как открывается дверь и с помощью The Control мода. Так, давайте мы тут сейчас так само заведем. Это у нас уже покрашенный, это типа, ну, как он выглядит уже в другом обличии. Другие тут наклейки, другой этот. Бегает, да, он 35. Пачкается. Масса правильно прописана, все нормально, ребят. Вот такой аппарат. Кому интересно, ребят, ссылка будет на этот мод в описании. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Пишем комментарии. Смотрим, стоит ему этот, не стоит. Также залетаем на стримчики по ферме, по другим играм. Всем мира, удачи и до следующих встреч.